Почти 47 тысячам казахстанских семей уже назначили выплату АСП в новом формате и гарантированный соцпакет для детей. Всего таких заявок больше 97 тысяч, каждую рассматривают индивидуально. Об этом на брифинге сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. В ведомстве предлагают в ближайшие годы увеличить и сроки выплат пособия по уходу за ребенком как минимум до 1,5 года или даже до 3 лет. Такую помощь сейчас от государства получают почти 400 тысяч матерей. В планах пересмотреть также выплату пособия по инвалидности. Мы бы хотели инициировать введение пособия по уходу за инвалидом, потому что сегодня родителям, опекунам по уходу за ребенком инвалида предусмотрено пособие, а также предусмотрено по уходу за инвалидом первой группы с детства, взрослым. Но в жизни есть взрослые инвалиды первой группы, которые не являются инвалидами с детства, но они также требуют такого же ухода и, наверное, правильно будет и логично вводить дополнительные пособия. Но это все пока планы только самого министерства. Мы просчитаем, и пока предложение в правительстве или на согласование государства пока не вносилось.